особенное место? Поцелуй меня. Нравится мне здесь. Салон по наследству переходит к нам, и мы будем вами руководить. Почему не бывает отношений без боли? Если бы ты была с другой планеты, с клыками вместо зубов, я бы все равно тебя любил. Ваши товарищи устроили перестрелку. Это единственный способ вас спасти. Машина особенная. Нравитесь мне. Даже после смерти остаетесь людьми. Мне нужна твоя помощь. Чего это? Пожалуйста, помогите мне. Пакет где? Я его выбросил. Ты врубаешься, что ты мне теперь на полляма торчишь? Есть один вариант. Ты можешь поработать на него закладчиком. Арсений, я хотел бы видеть вас у себя на курсе. Доброе утро, Рада. Впереди замечательный день. Мы сегодня дома, завтра тоже дома, послезавтра дома. У Рады был слюнообмен с приматом. За наш новый мир, без запретов и правил, без суда и закона. Объявлять чрезвычайное положение. Через несколько лет у меня полностью пропадет зрение. И что ты собираешься делать дальше? Жить. Ты вернулась. Панкейки будете? Ага. Глаза в глаза, через дуло пистолета. Пистолеты реальные, 19 век. Раз, два, три! Тут все очень строго, исключительно для своих. Пацаны, сыграем? Нас трое, вас четверо. Че, чкуть? Че это снимать? Себя не жалко, ты сына пожалей. Пацан второй год в детдоме. Либо ты кого-то щемишь, либо тебя. Спасибо моему папе, которого никогда не было. Спасибо моей маме. Благодаря тебе половина зарплаты уходит психологу. Хотелось бы особенно поблагодарить всех мужчин, с которыми у нас не срослось. Спасибо всем, кто спрашивает. Мой любимый вопрос. Когда родишь? Я. Знакомьтесь, чуваки, это гитарист нашего ансамбля Володя Малявин. Это невероятно. А давайте я останусь. Интересно здесь?